Капитальный ремонт Дагестанской филармонии поддержал глава республики Сергей Меликов. Средства будут выделены после мартовской корректировки бюджета. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она также говорила о реализации национального проекта «Культура», в том числе о модернизации домов культуры в дагестанских селах. Рассказала глава ведомства о праздновании юбилея Расула Гамзатова. Праздничные мероприятия уже начались. Мы планируем охватить Расулом Гамзатовым через его творчество многие регионы Российской Федерации, в том числе зарубежья. И это для нас такая прекрасная возможность нашу многонациональную культуру, наше многообразие, нашу самобытность через призму юбилея Расула Гамзатова показать и нашей стране, и всему миру.